Прокуратура закрыла незаконную мини-гостиницу в жилом доме в самом центре Твери. Отель располагался в четырехэтажном доме на улице Вольного Новгорода, 19. Дело в том, что, обустроив здесь апартаменты, владелец мини-отеля даже не стал переводить квартиры из жилых в нежилые, хотя того требует закон. Речь идет о 6 квартирах, которые предприниматель использовал для временного проживания граждан. Кроме того, в прокуратуре считают, что это нарушает интересы жильцов дома. Иск подан в защиту неопределенного круга лиц, проживающих по соседству. Использование жилых помещений в гостиничном бизнесе недопустимо. Для того, чтобы осуществлять данную деятельность в установленном законом порядке, необходим перевод жилых помещений в категорию нежилых. После этого осуществление этой деятельности возможно. Указанные изменения жилищного законодательства не касаются деятельности граждан, которые сдают свои жилые помещения в найм.